Начальника службы неотложной медицинской помощи Латвии Мартин Шиц обратился в управление криминальной полиции. Просит расследовать сомнительные сделки Центра медицины катастроф. По словам Шица, он располагает компроматом на начальство скорой помощи, является свидетелем сомнительных действий ответственных лиц, сообщает портал Delphi. Списываются материальные ценности, вместо которых за государственные средства без нужды закупаются новые. При этом перенятые телефонные линии, оборудование, записывающие устройства, телефонные аппараты, в том числе новые, были демонтированы и вывезены в неизвестном направлении. Возможно, все это попало в руки тех, кто использует аппаратуру незаконно, отметил Шиц. Как известно, служба неотложной помощи решила уволить Шица за то, что вскоре после трагедии в Золитуде он без разрешения передал СМИ предварительный список погибших и пострадавших, в котором содержались сведения личного характера. Пока уволить Шица не удалось, так как против этого возражает профсоюз медицинских работников.